по Невскому проспекту с важным видом не спеша проходил однажды некто в новой шапке из пыжа. Я искал такую тоже, я весь город исходил, не нашел, но видно все же Чижик-Пыжик где-то был. В состоянии аффекта я приличия забыл и в упор спросил у некто, где он Пыжик тогда был. Он сказал, что 2 недели, прежде чем ее купил, он с директором артели на фонтанке его купил. И пошел в артель я, каюсь, и директора спросил, и, смущаясь, заикаясь, на фонтанку пригласил. А директор очень чинно, соответственно, молвил, под икру и буженину выпил рюмку, выпил 2. Когда к гусиной лапке он вплотную подошел, я о Пыжиковой шапке осторожно речь повел. Шапка будет прямо с базы, коль подкинешь 2 сотни. У меня от этой фразы зашумело в голове. Платился я за ужин с мерзким чувством на душе, кепку старую под ужин нахлобучил до ушей и уныло ждал трамвая, а директор полный сил удалился, напивая, Чижик-Пыжик, где ты был?